Арсенал вновь Иннокентий с вами, и сегодня мы рассмотрим очень интересный кахончик. Я сам такое не часто вижу. Вот он, собственно, наш кахон Мейнл. Очень интересный. Обычно мы привыкли видеть кахоны, на которых мы садимся, как на табуретке. Но тут есть специальные на нем резиночки, с помощью которых мы можем положить на ноги кахон, чтобы он не скользил. Также есть отличный резонатор для микрофона. Оп. Получается, мы разворачиваем его назад, сзади нам ставят микрофончик, и пошла вода в огород, как говорится. Так, изначально кахон это инструмент чисто перуанский. Почему? Потому что было время, когда в Перу запрещали возить африканские барабаны. И перуанцы, долго не думая, начали играть на коробках. А потом однажды подхватил тренд Пако де Лютье, знаменитый гитарист фламенко. И с тех пор кахон начал ассоциироваться с музыкой фламенко. Мы с вами сейчас рассмотрим пару простеньких фанк-битов пресвингованных. Это будет просто. Мы начнем рассматривать с того, что вся структура ритма, она у нас свингованная. Если мы привыкли считать ровно так один, так один, так один, так один, то здесь мы считаем свинг так один, так один, так один, так один. Следовательно, по всей этой структуре у нас идет и пульсация. Элементарный бит в контексте метра, то есть в контексте свинговой пульсации. То есть в басовом, как бы барабане, в данном случае в басовом тембре, центральный, который у нас звучит практически как конго, только деревянный конго, мы играем так же, как в базе басановы, то есть только свингуем. Так один, так один, так один, так один, так один, так один, так. Но на вторую и четвертую долю, как в роке, мы приходим в имитацию малого барабана. Так один, так один. Таким образом у нас получается фундамент для дальнейшей импровизации. Дальше мы можем построить примерно такой паттерн. Канаколи. Так один, 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 так один. Не забывайте обязательно применять на этом инструменте прием, который я показывал на конкурс. Конечно, здесь я его применяю неравнозначно, но всегда в пульсации присутствует касание. Эти призрачные ноты – это основная часть музыки, это пульсация для всех. Пульсация для музыканта, это пульсация для слушателя, это пульсация для того, кому ты аккомпанируешь. Это очень важный момент. Если у музыканта нету пульса, как называют матерые нигеры музыканты, если у музыканта нету грува, то, увы, начинайте с азов, учитесь извлекать из инструмента грув. Это был вновь Иннокентий Камолов в музыкальном арсенале с рубрикой Breakbeat. Ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям и участвуйте в нашей жизни. Давайте обсуждать все, что происходит в мире музыки и в мире ударных инструментов.